Тризиум – это душещипательная и невероятно трогательная лимитка из 8 выпусков от Джеффа Лемира. В основе сюжета история о Нике Темсмит, ученом из 3797 года, и Уильяме Пайке, исследователе из 1921 года, чьи судьбы пересеклись благодаря загадочному растению Тризиум. Комикс представляет собой редкий сплав между экспериментальной формой и оригинальным содержанием. Обе сюжетные линии идут вровень по таймлайну, но часть истории с Никой и часть с Уильямом расположены друг к другу в перевернутом положении. То есть во время чтения вам нужно в прямом смысле переворачивать комикс вверх-вниз и наоборот от начала до конца. Помимо этого, комикс идеально балансирует на стыке мелодрамы и научной фантастики. Лимитка способна растопить ваше сердце, как трагичной истории бесконечной сильной любви, так и уютной приключенческой атмосферой sci-fi книг 70-х-80-х. Тризиум – это незабываемая история любви, способная уничтожить вселенную. Повествование приправлено истинной лемировской дозой меланхолии и упаковано в обертку отменной красоты рисунка.